На улице Академика Королева под напором ветра обрушилась целая бетонная конструкция. Обвал произошел посреди дня. Без жертв обошлось просто по счастливой случайности. Упал кусок балкона. Улица Академика Королева, 22. Во время вчерашнего шквала с 8-го этажа оторвало часть ограждения. Бетонная плита вперемешку с арматурой рухнула на пристройку. Непонятно из-за чего вырвало. Видите, кусок вместе с плитой. Здесь было заделанное вот это вот все вырвало. Вот тут обшивку все вырвало. Получается, то, что уже Сережа делает для себя, он хочет туда переехать, это самое, чтобы здесь пройти. Оно все вырвало ему вот эту всю фигню. Крохотную комнатку в коммуне местный житель Сергей планировал расширить за счет балкона, но не сложилось. Ну, был сильный ветер, лежал, читал, и резко он оборвался, балкон. Стенка вот эта ушла. Балкон не ремонтировали с момента сдачи дома. Вероятнее всего, древняя конструкция, и так расшатанная самопальными перепланировками соседей, просто не выдержала напора стихии и обвалилась на крышу пристройки второго этажа. Обошлось без пострадавших. Сергей Бандур, Алексей Пережилин, 7 канал.